Люди из разных стран не могли остаться в стороне от беды, постигшей жителей Турции и Сирии в результате землетрясения 6 февраля 2023 года. На призывы общественных и благотворительных организаций о сборе гуманитарной помощи откликнулись тысячи неравнодушных граждан. Теплые вещи, белье, предметы личной гигиены – все это самолетами отправлено нуждающимся. Ведь помогать другим – это естественно для человека. Но сколь много не было передано помощи, этого все равно недостаточно, чтобы обеспечить хотя бы минимальными вещами несколько миллионов человек, потерявших абсолютно все. К тому же нехватка авиарейсов, разрушенные землетрясением дороги, затрудняют доставку помощи людям. Этот сюжет – пример объединения людей на принципах человечности в трудной ситуации. Он локальный, но и в глобальном масштабе мы можем точно так же объединить свои усилия для того, чтобы не просто помогать друг другу справляться с климатическими последствиями, а и предотвратить их.